Романтика! А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за первый квартал, и поставить эти этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня. Или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает собор Парижской Богоматери. Какой матери? Парижской. Богоматери.